Такие визиты стали уже доброй традицией. Отец Виталий накануне самого главного христианского праздника Пасхи не первый год приходит к сотрудникам администрации, чтобы совершить совместный молебен, осветить куличи и поздравить всех с праздником. Чтобы вместе с этим освященным пасхальным куличом вошло благословение Божие для всех ваших близких, родных, всем вашим семьям. Ну и вот сейчас я каждому из своих рук вручу этот пасхальный кулич вместе с поздравлением и благословением правящего архиерея нашей епархии, епископа Милетия, Рославского, Десногорского. После молитвы отец Виталий каждому вручил освященный пасхальный кулич и благословил на хорошие дела и доброе здоровье.